49-летняя Наоми Кэмпбелл появилась на торжественном вечере LACMA Art Plus Film Gala. Прием музея прошел в Лос-Анджелесе уже в 9-й раз. Мероприятие состоялось при поддержке модного дома Gucci, поэтому многие приглашенные знаменитости предпочли выбрать наряды этого бренда. Но Наоми надела эффектное платье Versace. Облегающий силуэт в сочетании со сверкающей тканью розового оттенка сделал супермодель настоящей королевой вечера. Платье в пол подчеркнуло все изгибы фигуры черной пантеры. Аккуратная укладка и яркий макияж с акцентом на широко распахнутые глаза стали удачным завершением ее бьюти-образа. Наоми с радостью позировала фотографом, демонстрируя свой аутфит со всех сторон. Сальма Хайек тоже выбрала вечернее платье в пол. Облегающий наряд светлого розового цвета выделил пышный бюст и тонкую талию актрисы. В числе прочих гостей мероприятия оказалась Билли Айлиш, Киану Ривз, Зои Салдана, Сиена Миллер и другие знаменитости. Недавно Наоми Кэмпбелл в голом платье произвела фурор на гала-показе. Предлагаем посмотреть, как выглядели супермодели в детстве. Мы собрали самые дикие драки звезд, которые попали на видео.